Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. До 31 декабря обязательно пройдите по всему дому и оставьте все проблемы в уходящем году. В сегодняшнем видео и все узнаете. Магия Нового года, она очень уникальна. Она позволяет максимально достичь тех результатов, которые не получались на протяжении года. Последние дни уходящего года – это самое лучшее время на то, чтобы изгнать все проблемы из своего дома, чтобы в Новый год уже ступить в счастливое будущее. Итак, что вам нужно сделать? Все очень просто. Берем свой веник, идем по всему дому, начинаем просто обметать углы. Не обязательно подметать, достаточно просто обмести углы. И когда вы будете проходить углы, вы должны сказать такие слова. Стелилось время снегом, стало льдом. Что было плохое, отложено на потом. Пылью скопилось в углах, паутина осела на окнах да во дворах. А я ныне все то изгоняю, от зла дом освобождаю. Во славу года грядущего, неспешно к порогу идущего. Вот нужно проговорить один раз, пока вы будете обметать углы в каждой комнате. Все. Далее уже можно заниматься своими делами. Такая практика на изгнание проблем на Новый год раскрывается очень быстро. Жизнь будет складываться таким образом, что все ключевые трудности будут решаться сами по себе, а в вашем доме обязательно будет радость и счастье.